Макс Лето, это Максим Амариев. Человек стримит, я так понимаю. Ну, одну партию я с ним играл. Я нашел. У меня есть канал, поэтому придется играть гроба. И h5. Иного выбора нет. Ферзь h4. Подсмотрел. Ну, такие дебюты, такие ходы от соперника говорят о том, что психологически он сложен. Очень неплохая идея. Я уничтожил его. Одолел. Есть ферзем h5, я одолел его. Атаке. Ладья в атаке. Он уже сокрушен. Конь c3. Ну, съел что. Ну, типа конь d5 можно сыграть как-то. Конь b5, конь h6. Конь h6, правда, будет, ничего серьезного. И погнали наших городских. Я не получаю, ну хорошо, конь f3 пока. Конь f3. Так. Хочет пойти d4, я так понимаю. Ну ладно, пойдемте вперед потихоньку. c6. Хочу сыграть d4 сейчас. d6, ну так d4. Я и сыграю, собственно. d6. Решил вот так. Укрепил. Аккуратненько расставиться. Ну вообще нет, что такого же, имеет перевеса. Право. Имеет есть, право. По моим данным, то есть по тому, что я знаю, должно быть чуть ли не выиграно. Слон g5 может а быть сыграть даже. А так я смотрю, неясная позиция. И h4 я хотел затем. Наверное, это чересчур. Я хотел мат какой-то ему впендюрить, d-e, типа, слон g5, на мат напасть. Под конь e4 можно попасть. Ну это уже хулиганье. Хулиганье в чистом виде. Фигурки он развивает, да? То есть, типа, DE, конь E4. Надо как-то уже F6 ходить, чтобы конь G3 не было опасно. Он может конь D6 разменяться. Слон D6, ферзь D6. Ну, там я его, конечно, с D6-то вытесню. Слон E3 сыграю. Что-то я не да, решился на слон G5. Если я слон H3, мы а зачем столько времени отдал, не понимаю. Он забрал на E5, я ферзь G2. Он... Да нет, ну ладно, конь f6, просто человеческий ход. Не пусть. Половину времени не потратил, да, согласен, надо ускориться. Пригрозил сыграть. Согласен, еще. Друг мой. Это непозволительная роскошь. Столько времени отдавать. Ферзь d2, e4, конь g5. Да тут меня могут зажать. Ходом e4 подзажать могут. Соответственно... Блин, а что же делать-то? В случае, может, хочу прыгнуть конь g4, напасть на этого слона, спросить, быть, зачем так он сыграть? Вышел. Ну ладно, черт с ним, e4 не так страшно, я думаю. Конь g5 там. Пойти e4, да. d5. h4 потом. Ну там будет f3 подрывать, да? ef, 3. Да, коня на g5-то никто не потревожит, нормально. А если я конь g4, конь бьет e3... Да, зачем я столько времени отдал, простейшие ходы делал, да, вот, ну реально. Просто уверенно, делай их легкой рукой, и соперник сам поплывет, да. Зачем я отдал минуту, совершенно не понимаю, 2 минуты даже отдал. Окей, давайте попробую чуть в темпе играть. Конь g4 страшно хочется сыграть. Сюда он ходит. Хорошо, 3-0. На e3 всем ферзем даже. Там будет на e5 зависать. Развитие. Так, вроде. Противник закончил развитие первым. Хорошо, ладья же одним. Попробуем срочно здесь поддавить. Вот никаких. Никаких, чтоб не было у него иллюзий, что он меня замотует здесь. Какие здесь поменялись? Немедленно вынашли. Слабость на h2 создал. И отлично. Здесь, дальше надо просто... Завершить. Здесь можно d5 сыграть попробовать. Будет здорово. d5 попробовать сыграть. d5. Немножко. А может быть и d надо было все-таки подскрыть позицию, конь e4, да, наверное, это было точнее. Ну, я как-то так захотел здесь немножко разгуляться лошадьми своими, конь, скакунами. Хотел пойти на h6.
Ладно, отдам пешку, пожертвую на h2. b7 ставлю. Но зато как-то у меня кони тут могут немножко активизироваться. h4. Взял конь c7, c4. Компенсация есть. Может быть, я не прав, зря пешку отдал. Ну-ка, может, ладья h4 пока пойду. Там e4. Скорее всего, так и есть. А с другой стороны, что не съесть-то? Своя личная. Сюда запрыгнули. Да, пока надо защитить, видимо. b6, ну либо 6 сыграем, ладно, что уж делать. Что уж поделаешь. Раз на это я согласился, раз на это я подписался, все дело. Сюда. Сюда. Ну да, пешку зачем-то отдал, без перки просто остался. Она, конечно, слабенькая у меня была, все такое, но не обязательно было ее отдавать прям немедленно. Так, g6 нету. Так, король f7 пока. Давайте попробуем какую-то контру заехать вот здесь, на ферзевом. Пойдем пока. Так, вот это точно выиграно. Сюда не знаю зачем. Сейчас я его вообще замахую. Назад. F4 мог пойти. Так, прицелились. Плотняемся. C2, клошадки. Перезеваем. Плохи дела, плохи дела. Да, все, рассыпался. Абсолютно рассыпался. Фигушки вам. Да, слон у меня вне игры еще здесь. Вам фигушки. Так, ладно. Известного стримера Максима Амариева обыграли. Флаг не уронил. Спасибо, Владимир. Да.